Давайте познакомимся с линейкой развивающих материалов проекта «Детская планета» поближе. Комплект номер один «Учим буквы по семейкам букв» рассчитан на знакомство с буквами детей самого раннего возраста, когда ребенок берет в руку карандаш и пытается что-то нарисовать. Для малыша в этом возрасте нет разницы, как будет называться то, что он рисует – кружок или буква «О», лестница или буква «Н», крыша или буква «П». Задача взрослых – не пропускать этот важный возраст для начала творческого развития ребенка, и в этом помогает удивительный комплект развивашек по методике «Учим буквы по семейкам букв». По своей сути, это предазбука, которая хорошо готовит малышей к дальнейшему обучению. Автор создает волшебный мир острого русского языка, предлагая детям познакомиться с буквами не в хаотичном порядке, а по семейкам букв. В каждой из семи семеек, на которые автор условно разделил алфавит, буквы похожи на главу семьи, как дети на родителей. Вот, посмотрите. Внутри семейки буквы превращаются друг в друга путем небольших изменений и дополнений. Инновационная методика представлена в книгах ярко, красочно. На страницах размещены QR-коды со ссылками на 16 серий тематических мультфильмов. Стихи-подсказки, написание печатных букв – особое преимущество комплекта. Малыши легко и с удовольствием запоминают стихи и обучаются. Больше не надо зубрить алфавит. Дети смогут выучить буквы по семейкам букв всего за 7 занятий. Рабочая тетрадь «Учим буквы по семейкам букв» предназначена для отработки первых навыков письма. Каждой букве алфавита посвящены 2 страницы. В верхней части размещается блок цепочки превращений букв внутри семейки. Ниже расположены стихи-подсказки для написания букв. В специальном окошке стрелками показан правильный порядок движения руки в процессе письма. Рядом размещены строчки прописи, на которых изображены контуры изучаемой буквы. На второй странице представлена яркая иллюстрация конструирования изучаемой буквы из ее составных частей. Чуть ниже детям предлагается из большого количества деталей выбрать те, из которых состоит изучаемая буква. Завершающее задание направлено на закрепление практических навыков письма. Дети могут вставить пропущенные буквы в слова. На страницах рабочей тетради размещены QR-коды со ссылками на ту или иную серию мультфильма, в котором изложена та же развивающая информация, что и в книгах. Перекрестное использование азбуки, тетради и образовательных мультиков соответствует потребностям как раз современных малышей, растущих в цифровой среде. В комплект включено и пособие в помощь педагогам и родителям. В нем предлагаются на выбор более 80 возможных игровых занятий, рассчитанных на разный возраст и уровень подготовки малышей. Больше не надо зубрить алфавит. Мы учим буквы по семейкам букв всего за 7 занятий.